Мой звездный час. Первый налог начинает капитан команды КВН «Прекрасная далека» Андрей Васильев. Вот такое дело. Когда готовился к капитанскому конкурсу, ну, показывал друзьям. Говорю, как, чего, угадайте, в каком я образе. Они говорят, бомжа, что ли? Нет, какое дело, да, мне уже 20 лет с хвостиком. А я уже в таком идиотском наряде. Ну, похлопайте как-то, поддержите, что ли. Итак, звездный час. У президента звездный час наступает последние 5 минут уходящего года, когда сбьют куранты и зрители, как бы телевизионные, смотрят его по телевизору. У собак тоже есть свой президент, особенно в год собаки. Итак, встречайте, Владимир Владимирович Путин. Добрый вечер. Гав. Не знаю, конечно, как принято у вас, но вообще во время звучания гимна у нас встают. Ну, сидите. До того, как стать президентом, я работал кинологом, искал наркотики. Вот вы, молодой человек, в 5-м ряду. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, еще, друзья, не могу так работать. Кто ел чеснок, сознавайтесь. Итак, международный, или, скажем, национальный вопрос. На рынках все по-прежнему больше кавказских овчарок, но борзых становится все меньше и меньше. Что касается таксы. Такса по-прежнему растет у таксистов. Растет. Друзья, что касается наших следующих врагов кошек, то готовится шаурма. Извините. Мне срочно нужно дерево. Есть где-нибудь дерево? А, сойдет. Сойдет. Ай-яй-яй. Вот так сюрприз, вот так сюрприз. Не хотел говорить, но расскажу, так настроение подняли. Я больше всего люблю ездить в президентском кортеже. Вот так вот высунешь голову в окно, обдувает ветер, а так... Выснешься и балдеешь ты. Ну что ж, друзья, все вопросы и предложения присылайте на pudelsobaka.mail.ru. Болейте за ПД, ешьте ПД гри и, как говорят породистые собаки, чао-чао.